Это вообще жопа. Очень много. Я слышал, что у вас в модели. Я тебе говорю, у нас очень много 200-300 и мы. И очень много сумок, да? Понимаешь, я еле как сегодня сам выбрался, отвечаю. Просто еле как выбрался. Я, короче, все. Я просто, я приеду в Алейск, я служить не буду, все. Я честно бы, я увольняться буду. Ну нафиг. После такого, что я повидал, не все. Я верю, Стас, я верю тебе, У меня все, в психике все уже. Понимаешь, мне я это... верю, ну ты крепись. Не знаю, когда домой поедете, хрен его знает. Не знаю, она все уже, машины все сгорели, короче, наши, все. Нету вообще. Только не машина перебила вас, да? Да, не говори никому ничего, пожалуйста, ничего. Я, конечно, никому не скажу. Командира моего, которого, помнишь, ты видел, которого этого? Ну, 200-й. Убила я, да, его? Да, я, короче, это... Повез его, короче, мне сказали, типа, я или как улица, то повез его. Ну, короче, довезли до этого, и все, а там утонул, не смогли. Все, понял, кстати, я. Короче, очень много. У нас, короче, с роты, я не знаю, там вообще мап. У нас наша рота хоть все живые? Не все, какой с нашей, я тебе говорю, вон, уже столько уже, я не знаю, в батальоне уже, половины батальона уже нету, все, 200-й, все. Ох, нихера себе. Там просто, я сегодня, короче, лежу, короче, в окопе сегодня. Это как в фильме ужасов. Как в фильме ужасов говорю. Да я понял тебя, конечно, я верю, Стас, верю тебе, ну перепись как-то, ну как-то я не знаю. Я выживал как мог, я выжил. Пацаны только что остались, надо, я не знаю, что там, когда их там выберут. Я говорю, я все. Никто меня защитить не может. Да хотя бы на границу вас вывезли, хотя бы отдохнуть, хотя бы вот вместе с тобой не ходили. Я не пойду больше, я больше не пойду. Только до России доберусь, все, я не пойду. Я отказываюсь, все, я не пойду. Мне вообще пофиг, я не пойду.